В квартальской части Ангарска на одном из самых аварийных перекрестков появился новый светофор. Участок дороги, известный как Баня в 205-м квартале, теперь будет регулироваться по-другому. Пересечение улиц Фестивальной и Рыночной еще недавно было сложным местом для водителей. Установленные здесь знаки приоритета делали Рыночную главной улицей, а Фестивальную второстепенной. Мы просим быть предельно внимательным и соблюдать те сигналы светофора, которые установлены, потому что в дополнительной секции также установлены сигналы для пешеходов. Появились также новые семафоры, проложены коммуникации без вскрытия дорожного полотна, а контроллер, переключающий сигналы, скрыт от посторонних глаз.